и Номан скупит себе какие-нибудь поступи Меркурия. Заходит достаточно много урона, сразу флэй отжимает, потратил авторшок, а какой отличный флэш, раскашай я, как сразу пошел рут, первая кровь! Открыл крауд, вот так вот неожиданно, еще и редбаб. Я думаю, что это, кстати, я об этом подумал, когда увидел Казикса, и Юрий еще сказал, что... Ой-ой-ой, Майтин. Он очень жадно сейчас играет, пытается выфармить. Так, ой, Номанс-то играет как раз таки сейчас за мной. Сантос, Сантос просто даст свой фонарь. Номанс, Номанс пока не уходит. Номанс! Понимал, что он улетит, не хотел как-то лишний раз тратиться. Тем временем на Лейне также драка, и босса просто на поле уничтожает. Сильнее страха смерти Ургота. Это все-таки жесткий атак, что продолжается, потому что уже проблема у Ананаса. Вынужден нажать на скачок. Ай, Майти Дрэгон нажал скачок за ним, но здесь же прилетел фонарь от Сантоса. И Сантос все-таки смог засейвить, но здесь Майти Дрэгон еще притягивает сразу. Игнать в него пошел флей, его также подкидывает. У Майти Дрэгона остается всего лишь 100 хп. Здесь босс еще телепорт нажимает, как глубоко. Ультимейт убивает Майти Дрэгона просто за секунду, но сам из-за этого погибнет, получается, что только еще успел подамажить на фонарь, к сожалению, нажать не успел, что за экшен у нас только что произошел буквально за эту минуту. Пало копьем крипа, тем самым не может получить хороший. У кроу-краудов абсолютно развязаны руки для того, чтобы делать все, что угодно на нижней линии, хотя они смещаются в миду, потому что там ананас герой. Смотри, Номанс не знает, как он притягивает, уже просто уничтожаю, убиваю Якшен. Душу облачного дракона, и кроу-крауд явно будет за нее сражаться, а юникорном просто обязан идти. Ой-ой-ой, подтягивает здесь Нанхоли, сразу пошел по нему флей, Нанхоли вынужден оттуда выфлешиваться. Здесь Юола очень хорошо драку для себя подставили у Майти Дрэгона, здесь также проблема, ананас попробует его забрать, но Нанхоли здесь забирает босса, Ханнингер вылет здесь, но практически 10 хп, и здесь уже никак нового НП получится добить. Скэш вынужден также свой скачок отдавать, потому что промахнулся якорем, упал в стену. И Юолы разменялись один в один, но все-таки заберут для себя дракона, что делает эту драку для них выгодной. Скэш как-то агрессивно зашел, и как бы его сейчас за это не наказали, но здесь Ханнингер, а тем временем он отходит снова, сражается против босса. И у босса-то какие большие проблемы, ультимейт на отходе просто пошел, босса снова на отходе 6-0-0 уже на данный момент. Нету шансов у Валибира вообще против Ургота, я не знаю, почему босс не нашел ультимейт и не попытался здесь выйти. Телепорт сразу Холи дает и дают понять своим видом команды Кроу-Крауд, что они будут этого ворона делать. Приходите с нами драться, а вот уже кто в этой драке победит, посмотрим. У него отвечать, ой, Номанса потянули, но он откинул неплохо Скэша, у Скэша мало здоровья, но его добивать это не самое лучшее решение, потому что здесь будут добивать Сантоса. Как Ханнингер настреливает, но Холи все-таки собирает себе еще и 7-й килл. Нанхоли нужно идти зонить, иди, бочки. Ой, Майти Дрэгона забрали, с Майдана нет, а ананас здесь, ананас. Может попробуем забрать Ашора, ананас убьет Ашора! Похищает все-таки Юолы здесь, бабаб для себя, еще игру краудов дальше будут уничтожать. Что здесь сделали Юникорн оф Лав, еще умирает, трипл килл делается для гаджета. Достаточно агрессивно пытается переиграть ваш скашу, но нет, просто задолжил якорь, а здесь Номанс, который делает трипл стан, отличный с ультимейта, просто забирает Эш, пошел здесь телепорт непосредственно от Нанхоли, Нанхоли здесь будет пробовать играть по Номанзу, пошел также телепорт вот здесь от Зоникса непосредственно, Номанзу здесь уничтожили, а это, кстати, неплохо для Кроу-Крауд, но здесь как бы не было огромных проблем, потому что трех сторон нет, все-таки пропустили ингибитор просто сломали клипы, Кроу-Крауд этого не заметили, банальный ананас, здесь воин, который играет 1-3, но нет, все-таки улетают на ультимейте Райза непосредственно, Нанхоли начинает стреляться против гаджета, гаджет здесь ставит Лукас, нажимая свои часики, здесь босс будет уничтожать Нексус, босс играет дальше, босс нужно добить Нексус, и у него это получается, и Юникорн оф Лав в очередной раз доказывают, что они не готовы проигрывать, и они готовы идти к 14-0. В плане кост-эффективности очень хорошо, но нужен репорт. Смотри, Хару заходит на дайв, а в это время атака идет по... О, его прививают дэш подтягиванием! Удачная игра от Арнакс, надо было сразу нормально флеш-аут. И Хару будет пытаться выйти, а возможно, слушай, Хару даже не уйдет. А Хару тоже не уйдет, Дмитрий! Так хорошо все начиналось у Dragon Army, но два убийства они теперь отдают. Слишком вообще не сбалансированная руна. Здесь драка у нас намечается. Димонка идет фейсчекать Сантос. Да, и смотри, как агрессивно играет Димонка. По троим Поппи врывается достаточно хорошо. Подкидывает, правда, только Сантоса. Но Арнакс уже развалился. Не успел принести пользу команде. И никакого завоевателя, даже если бы он был, не успел бы настакать даблкил. Падает еще и Грейвс. Тут вопрос только в том... Сейчас надо посчитать. 600, 1000 это 2600 и 700... Это, правильно? Да. Барон Юрис. Юникорды барона забирают. Сантос контролит Аргонавта. А зачем Аргонавта, правда? Не знаю. Хороший вопрос. Забирают команду Dragon Army без шансово.
3. Из-за того, что вообще вот в этом году, в этом сезоне... Опа! Попадает стрела, но попадает по Кортезу, у которого есть поступ Меркурия и, скорее всего, Тенасити, поэтому не такое большое оглушение, иначе на вечность он бы встрял. Ульты идут в спину Сантосу, но он танковый дядя, потому что есть у него и арморочка, и Deadman's Plate, а вот гаджет флешаут от контроля не нажал, поэтому погиб. Мидали нет, драка 4 в 5, но забирают Аронакс и Димонку, погибает Сантос, остаются ребята 2 в 2. Босса забирают, однако у Номадзе есть еще желтая карта, теперь драка 3 в 3. Я думаю, что не очень удачная для Иолов, однако, скорее всего, их все равно это устраивает. Ворованный Эш убивает своего же героя. Сайлоса, конечно. Стрела аж и от Сайлоса. А, танкует достаточно много Сантос, но теперь танковать больше не может. Слушай, правильно врывается Карл. Ой, грязный гаджет. Постреливает. Взял двоих с Рудааном. Огромное количество критов. Еще два убийства на этот раз. Ананас их забирает. И видишь, не прогадал Номад с тем, что он купил фляжку. И Нексус будет падать. Юникорны... Падает Нексус, дамы и господа. Юникорнс оф лав. 10-0 играют.